Первая всероссийская конференция по альбинизму и связанным с ним синдромам проходила с 13 по 16 июня в Москве. Это было мероприятие с международным участием, объединившее 80 представителей из регионов России, Белоруссии и Казахстана. Среди них специалисты генетики, врачи-офтальмологи, благотворители и эксперты по подбору очков и защите кожи для альбиносов, пациенты. Такой мультидисциплинарный подход, как показывает практика, всегда имеет наилучшие результаты. Конечно, я впечатлена не только присутствием разных специалистов, но и тем, что активно пациентское сообщество оказывает не только поддержку, но и информирование, активно участвует в дискуссиях, в обсуждениях, предлагает какие-то свои варианты решения тех или иных вопросов. Я думаю, что благодаря этому результат, который мы получим на выходе, ну, по окончанию этой конференции, он будет полезен не только и пациентам, будет полезен и специалистам различных узких специальностей, и обществу, потому что мы будем более информировать практически всех, все различные ниши, они могут узнать больше не только об этом заболевании, но и вообще возможности повысить качество жизни при нем. По предварительным расчетам, в России более 9 тысяч альбиносов. До 2019 года у них не было своей организации. Первая всероссийская конференция по альбинизму организована при поддержке Фонда президентских грантов, а также Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по охране здоровья, физической культуре и популяризации здорового образа жизни, Союза пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям, Клиники доказательной медицины «Док-Дети», Благотворительного фонда «Созидание» и Первого медицинского канала. Провел конференцию Межрегиональный центр поддержки больных аниридией и альбинизмом «Радужка».